Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash 2 «Путешествие во времени». Так, ну смотри, у нас тут 6-3, сундук, а уже потом будет новый динозаврик. Ну что, рискнем? Так-с, кстати. Блин, 7000 стоит. А плювика, вот плювика можно улучшить. А тебе? И тебя можно улучшить. Окей, допустим. Допустим, поехали. Но 7000 монет, конечно, дорого стоит. А? Он сразу же, ребят, тут. Я его хочу по башке дать. Фига себе, он бомбит. Да на тебе. А если я поджог сделаю? Оу. Сразу сгорел, прикинь. Это меня радует. Так, давайте, малышня, ломаем. Ой. А если вот так вот? А если еще вот так? Так, вот это надо, ребят, нахлобучить. Иди ты со своей дубиной куда-нибудь подальше. Слушай, они справятся с домиком с этим? Да по идее должны. Все, они там сломали ему хибару. Слушай, огонь вообще шикарно, ребят, бомбит. Но он именно дома хорошо бомбит. А вообще он сам по себе что-нибудь делает? Он даже, по-моему, он даже не бомбит, ребят. Не атакует. Так, слушай, ну мы уже сейчас практически пройдем. Тут осталось совсем маленько, смотри. Так. Хорош. Да. Огненный, ребята, снаряд есть смысл прокачивать. Уж больно он хорош. Я думаю, ты со мной согласишься в этом плане. Он поджигает, причем поджигает не одного противника, а по площади он бьет. Так, 300 монет. Камень на улучшение пошел. Есть. Есть, друзья мои. Вот этот вот огненный. Блин, а у меня, наверное, денег не хватит сейчас. Скорее всего, не хватит денег. Но сундук мы получим. А... сам знаешь, тут награды могут быть 800. Так, 3 самоцвета. 5 плювиков, 2 трицераптора. Не трицераптора, а... как вот? Ну, трицераптора, что я все правильно говорю? Так, где у меня? Вот он. Да, мы его еще прокачаем. Блин, я не могу еще прокачать. Слушай, а зачем нам самоцветы? Вот у нас уже 82 самоцвета. Что я могу за них купить? Странно, наверное, ничего. О, смотри какой. Смотри, какой прикольный, а. Ну что, поехали. Так, у нас, значит, плювики. Нет, плювиков нет. У нас есть кусака, энки. В общем, да, и вот плювик. Большой гигантский плювик у нас еще будет. Так, с удара. А сразу взяли колотушку. Да ладно, что ты сразу-то уже сюда пришел? Надо поджигать. Да в плане, я вообще-то в домик метился, блин. Ладно, они там, я думаю, разберут. А они разберутся ли? Не, ну они потихоньку бомбят. Есть. Ага, готов. Черт, подери, давай еще одного Фига там колотуха такая летит. Ну-ка, давай поджог сделаем. Поджог. И хочу вот так еще делать. Да. То, что надо. Оглушаем. Эх,
Сейчас меня рвет. Замечательно. Слушай, ну прикольно. Энки сразу получил по шеям. Энки получил у нас по шеям. Давайте я вот так сделаю. Вон он, ребята, сидит в темничке. Давай возьмем гигантского плювика. Слушай, он какой-то такой. Он похож чем-то на нашего кусаку, только... только такой позлее выглядит. Есть. Ага. Прошли. Прошли, ребят. Тут-тут-тут-тут. Ой, извините. Так, это забрали. Так, тут тоже мы забрали. И тут тоже мы забрали. Еще 270. Три звезды. Прекрасно. Плюс, ребята, сундук мы здесь еще забираем. Вот что. Кто ж ты такой? Это, блин, я не помню, как их звать. Помнишь, такие тоже с крылышками? Забыл. 2600. Так, 12 самоцветов. 5 рапторов. И 2 тирекса. Плюс... о, Энки может стать эпиком. А я хочу, наверное, попробовать, ребята, прокачать. Так, ну, во-первых, сюда экипируем. Да, прекрасно. И тирекса. Замечательно. 6 тысяч стоит. Так, друзья, у нас следующая миссия. Ха, Рокки, узнаю старого Рокки. Блин, тут, конечно, бы этот сундук забрать, но пока у меня не получается здесь пройти, ребята, в соло. Давай здесь тогда рискнем. Ага, вот у нас новенький. Как раз мы, ребята, его сейчас и посмотрим, что он из себя вообще тут представляет. Сколько он, правда, по энергии стоит, я не знаю пока. Ой-ой-ой-ой. Ну, это слишком. Блин, этот камень, ребята, их... давай так. Ну, ты видел? Ты же видел, сколько огонь отнимает? Огонь вообще, ребята, огонь-огонь называется. Блин, мне бы армию плювиков бы позвать сюда. Я так и сделаю. Так, поджог. Вообще шикарно. Просто, ребята, нет слов, как хорошо бомбит. А вот у нас... а что это у него? Он огнеплюй? Смотри. Нет, он не огнеплюй, а почему-то здесь вот нарисован огонь. Я не знаю, почему именно огонь тут нарисован у него. Вот смотри, видишь? Почему-то не срабатывает ему, да, вот этот вот удар. Я не знаю, с чем это связано. Не могу объяснить. Ну-ка вот. А, вот сейчас, видимо, там у нас, ребята, маленькая раз... почему здесь вот огонь-то у него нарисован? Я не могу не понять. Нарисовано... о, звездочка, ребята, звездочка теряется, все. Слишком долго мы тут, видимо, с тобой бомбили. И на 3 звезды у нас не получилось, ребята, пройти этот уровень, к сожалению. Допустим. Угу. Что-то как-то немножко грустно, что на 3 звездочки. Так, ребята, если мы проходим этот этап, у нас будет... ага, 84 звезды получили, нам открывается следующий этап. О! Свеженькое что-то. Ну, тут, слушай, тут шикарно. Я, наверное, возьму хилки. У нас хилок, ребята, 6 штук.
Этого сразу на один удар. Это охламон, потому что несчастный. Вот, вот это бесит. Его надо вообще сразу бомбить. Вот так вот. А здесь поджигать. Вообще сгорает напрочь. С удара причем. Нормально здесь прошли. Так, давай дальше. Так, Энки прибежал у нас. Ломаем, ребята. Есть. А ну-ка. Нет, все-таки надо поджигать. Домик от поджогов, ребята, очень хорошо ломается. То, что ты там в него камни, валуны будешь бросать, это полный... Это фиг на грамм, друзья. Просто ни о чем. Тут зачем-то нам дают хила. Наверное, здесь будут бомжихи. Причем их давно не было. Дай-ка я вызову, наверное, медика. Так. Где медик-то? Медик-то прибудет сегодня или нет? Хиляет. Слышу, по звуку хиляет, ребят. Ой. А может быть, вот этот вот, он хорош против этих домиков. Такой вариант тоже, ребята, может быть. Я хочу вот этого гигантского плюлика себе взять. Для подстраховки. Для подстраховки. Сейчас мы сломаем. Ох, ё, ты посмотри. Обалденно, блин, ребята. Новый вид врагов. Бомжи под щитами. Тут по-другому не назвать. Да еще одного, наверное, медика позову. Так, этого хонорика пойду уничтожу, потому что сейчас начнет бросать свои палки эти. Ну, не палки, у него молот вообще-то. Надеюсь, не молот Тора у него там. Как те его знает. Ну, сломали. Все, блин. Ну, тут на три звезды прошли. Ладно, хотя бы где-то на три звездочки мы надеемся пройти. Так, снежный валунок у нас может прокачаться. А здесь у нас... Не успел посмотреть. Ну, в принципе, норм. Сколько у нас монет? 3800. Вот. Мы получили с тобой новую способность. Ёпарасоте, бомжиха в деревянной броне. Ай-яй-яй-яй-яй. Бомжиха в деревянной броне. Это плохо. Это очень плохо. Так, что же. Нам дают огонь здесь. Ну, видимо, на пробу. Я возьму, наверное, еще одну личку. Мало динозавров нам почему-то дали здесь. Огонь, ну. Ох, нифига. Вот это я понимаю, ребята. Ты видел, что было? Что произошло? Я поджег землю. Блин, надо хибару это уничтожать. Ну-ка еще раз. Нет, сейчас, наверное, не будем. Или будем. Ну давай, ладно, фиг с ним. Я не успел, ребят, меня подбили. Ай, бомжи подкрадываются. Энки. Да кого ты, блин, я хотел, чтобы ты дом спалил, блин. Вот. Энки, как всегда, ребят, там отгребает у нас. Оглушить. Добить. Так, эти, я думаю, разберутся здесь. Трицераптора. Трицера вызовем.
что, вы с этим хламоном что ли разобраться уже не можете? Ну, серьезно. Давай ломать. Валун даже ничего не нанес, никакого урона ему. Вот, 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 вот. Да ну нафиг, они смотрят. Они под щитами еще сейчас вылезут из-под щитов. Слушай, ты достал уже, а? Пламя. Так, Плювик, ты как там? Хорошо себя чувствуешь? Нормально Плювик себя чувствует. Продомительная атака у него. Но зато хорошая атака. Звезда, ребята, улетает. Да. Здесь мы тоже с тобой на одну звезду всего лишь пройдем. Получается. Ну, не на одну, на две. Ну, опять же, друзья мои, я вам скажу. Ну и правильно подписчик написал. Я, в принципе, об этом вам раньше говорил, что надо приходить в предыдущей серии, в предыдущий уровень, чтобы прокачиваться. Только с помощью прокачки мы сможем здесь что-то добиться. Ладно, два сундука, давай смотреть. Так, тирексик. А почему-то тирекса, кстати, нам не дают. Уже давно не давали нам его в поединках. О-о-о, старый знакомый Рокки, ребят. Я не могу поменять. Добавить? Нет, не могу, ребят. Вот кого дают, тем, как говорится, и будь добр играть. А вот это, знаешь, мне кажется, что означает? Ё-просто, значит, сейчас, по-моему, сейчас звездюлись. Вот что это означает. Слушай, фигня получается, ребята. Мы... Я не справлюсь. Да заморозьте там, я не знаю, как... Ну, хотя бы так. Опять звезду отнимет у меня замедленное прохождение. 100% тебе говорю. Сломали, все, по красоте. Ну вот. Тут уже, извините, ребята, все эти. Ау. И опять. Я не удивлюсь сейчас, если, ребята, выйдет бомжиха в каменной броне. Да. Сейчас отметелят нас. Меня так лично уже тоже, ребята, отметили. Твою налево. Бежим. И этого даже накумарили. Слушай, ребята, уже... Ты достал, но... Да, звезда уже пошла уменьшаться, ребят. Ну, что-то их тут дофига накопилось, конечно. Я даже не успеваю накопить энергию. Вот что я тебе скажу. Минус звездочка у нас. Это несмотря на то, что у нас эти эпические... Даже не просто так, это эпик.
А вот и руки, друзья мои. Тут и зря огонь потратил. Короче, ворота надо ломать самому. Не помогает-то. Он еще как-то огненный у нас. Вторая звезда, ребята, пошла на уменьшение. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, это вообще трэш. Спасли. С одной звездой, твою налево. С одной вшивенькой звездой. Так, поздравляем, получаем Рокки. Рэмбо его звать. Рэмбо, да. Так, 1000 монет нам дают. Так, вопрос. Что я могу сделать? Смотри, игра на этом, а расценки в рублях. А, наверное, вот, вот это вот, что нам можно только покупать. Заклинашки. А все, друзья мои, у нас на сегодня закончилась, к сожалению, энергия. Поэтому тогда придется на сегодня и закончить, ребята. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.